трансфер защитника по разным причинам пока не состоялся. Все-таки ожидать, что приедет новый защитник в «Спартак» или нет? Ребята, еще раз сегодня отвечаю, не комментирую, пока что-то не состоялось. Мы не отказались от идеи, мы смотрим, но на данный момент ничего не подписано. Российский рынок вы просматриваете тоже внутри? То, что Сергей спрашивал, посмотрите российский, латиноамериканский и европейский. Последний вопрос. Можете ли сказать, почему все-таки трансфер Санчеса сорвался? Не комментирую. На данный момент не комментирую трансфер. После мяча трансферного окна, да, может быть, поговорить. Сейчас не комментирую. Спасибо. Санчес уже выдавал завершение переговоров. Все. Но это так или вы не можете я сказать? Я не комментирую трансферные никакие новости. Все? На данный момент это договоренность наша с командой. Спасибо. Спасибо.